Вместо тазиков и березовых веников – игровые автоматы. В Чувашии вынесли приговор организатору игорного бизнеса, который конспирировал свои салоны, в том числе под сауны. На скамье подсудимых оказался 38-летний житель города Козловка. Следствием и судом установлено, что с августа 2015 года до момента пресечения его противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов в июле прошлого года злоумышленник создал на территории столицы республики сеть законспирированных подпольных игровых салонов, состоящую из 5 точек, которые оборудовал игровыми автоматами. Один из таких салонов действовал под видом сауны в арендованном доме в деревне Чандрово. В результате своей противоправной деятельности он извлек незаконный доход на общую сумму свыше 17 400 000 рублей. Кроме того, при организации незаконного игорного бизнеса злоумышленник использовал контрафактные компьютерные программы, исключительные права на которые принадлежат иностранной компании. В результате ей был причинен ущерб на общую сумму свыше 19 миллионов рублей. Теперь предприимчивому мужчине предстоит провести 2,5 года в колонии строгого режима и выплатить штраф в 250 000 рублей.